Руденко Александра Владимировича признать виновным в совершении преступления предусмотренного частью 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии и поселении. Срок наказания исчисляется 17 апреля 2019 года в соответствии с временем преступлений 1 статьи 72 Кодекса Российской Федерации за честь срок лишения свободы времени содержания Руденко по страже 16 октября 2018 года до вступления приговора в законную силу для расчета 1 день за 2 дня отбывания наказания в колонии и поселении. Дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, на срок 3 года исполнять реально самостоятельно с момента окончания исполнения основного наказания. Меру пресечения в виде заключения под стражей оставить прежние, которые отныне после вступления приговора в полную силу. Заявленные потерпевшими гражданские иски удовлетворить частично. Взыскать Руденко А.В. исполнение частично удовлетворенных гражданских исков в пользу Корецкой Елены Юрьевны сумму в размере 2 миллиона рублей, Перфильева Игоря Анатольевича сумму в размере 2 миллиона рублей, Перфильева Галины Юрьевны сумму в размере 2 миллиона рублей, Нагорни Евгения Викторовича сумму в размере 6,5 миллиона рублей, Федько Павла Николаевича сумму в размере 3 миллиона 500 рублей. Обратить взыскание на арестованное в ходе следствия имущества Руденко А.В. в общей сумме 25 миллионов 379 тысяч 918 рублей 55 копеек гривен. Денежные средства в размере 5000 рублей. 1/3 доли нового Алтайская энергетическая компания. Автомобиль BMW X6, год номер УКС-393 СС. Прицеп данного сотовый телефон Play, сотовый телефон iPhone, сотовый телефон iPhone X, часы наручного номера. Квартиру, расположенную по адресу Барнаула, Казанская, 105-96. Значит, квартиру, расположенную по адресу Барнаула, Виногорский трасс, 102-20, квартира 20. Значит, нежилое помещение, расположенное по адресу Алтайский край, Барнаула, Казанская, 105. Машинное место, 131. Земельный участок, расположенный по адресу Алтайский край, Первомайский район, Служителова, Речная, дом 3. Жилой дом, расположенный по адресу Алтайский край, Первомайский район, Служителова, Речная, дом 3. Земельный участок, расположенный по адресу Алтайский край, Первомайский район, трасса Новосибирск-Бийск, 211 километров. Нежилое здание, расположенное по адресу Алтайский край, Первомайский район, Белобережье, 211 километров, дороги Новосибирск-Бийск, вот граница с левой стороны, из района села Березовки. Земельный участок, расположенный по адресу Алтайский край, Первомайский район, село Санниково, Восточная, 20. Денежные средства в размере 10 тысяч рублей, 215 рублей, 10 копейки. Хранящиеся на расчетном счете ПАО «Росбанк», открытом на имя Руденко Александра Владимировича. Денежные средства в районе в размере 2630 рублей 35 копеек, хранящиеся также на счете ПАО «Тиробанк», открытом на имя Руденко Александра Владимировича. Указанное имущество передать на реализацию службы судебных приставов по месту введения исполнительного производства, арест